Большинсков Константин Анатольевич. 1А. Пожалуйста, Константин Анатольевич. По одному заходят в класс и рассаживаются на места. Свои знания в точной науке, математике, решили проверить больше сотни взрослых. В случае нарушения порядка проведения репетиционного экзамена вы будете удалены с экзамена. На пробном испытании все по-настоящему. Нельзя разговаривать с соседом, ходить по классу без разрешения, пользоваться электронными устройствами. Любое нарушение тут же зафиксирует камера видеонаблюдения. Списать не получится. Несмотря на то, что экзамены репетиционные, родителям, так же как и школьникам, на настоящем экзамене можно пользоваться только ручкой и черновиками для заметок. А вот мобильный телефон и личные вещи сдаются в специальную комнату на хранение. Спасибо. Сесть за парты вместе с родителями решили директора школ, саратовские общественники, а также представители от комитета образования. Вопросы в тестах базового уровня, то есть для тех, кому математика, возможно, не потребуется в дальнейшем обучении. 20 заданий и 3 часа на решение. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Указана заработная плата и вопрос, какую сумму получит работник после выплаты всех налогов. То есть абсолютно практическое применение математики, скажем так, в реальной жизни. Я сегодня столкнусь с проблемами в геометрии, потому что формулы запомнить попроще, а вот теоремы, аксиомы геометрические уже из памяти так довольно ушли. Татьяна Евстифеева на месте ученика впервые. Формулы алгебры и геометрии уже давно забыты. Ее сыну сдавать ЕГЭ по математике в этом году, поэтому Татьяна решила сама убедиться, насколько сложен тест. Я несколько лет уже была наблюдателем, ну и вне аудитории я наблюдала эту процедуру как бы извне. Вот теперь мне захотелось просто посмотреть, как это происходит вот именно с глазами ребенка. Много заданий для моего уровня, конечно, сложно. Я думаю, ребенок с ними справится, потому что я смотрю довольно-таки вот то, что они решали в классе, эти задания очень похожи. Чтобы сдать профильный уровень по математике, необходимо набрать 27 баллов из 100, а для базового достаточно получить 3 из 5. Свои результаты родители смогут узнать в комитете по образованию в начале ноября. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24.